Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Дичь, я охотник, молодой. Спулим. Yeah.
по ягодке и баночку. Когда руками сам собираешь, она намного вкуснее, чем покупаешь. Раз. Все. Руками. Местные собирают, конечно. А вот эта ягода, ее называют вороника. Финны говорят, принимают у местных. Зачем она им? Непонятно. Ну вот, буквально сколько? Ну, часик, может, 5 литров. Остальное идешь и кушаешь, как медведь. Ну, на я сколько остается. Тонны ягодки. Кругом она. А рябчик не отзывается. Все, прощай, карельская тайга. До скорых встреч, я думаю. Я еще вернусь сюда. Не в это место, но в другое. Вот, сейчас мы собираемся и выдвигаемся в сторону поселка, а далее в Москву. Этот фильм будет просто про первую поездку мою в Карелию. Ягода, ружбайка всегда с собой. Кушаем, набираемся витаминов на зиму. Ладно, это была первая поездка в Карелию. Вы не забывайте подписаться на канал, пригласить в комментариях к себе в гости, кто будет смотреть Карелы. Вот. Все, всем удачи и до скорых встреч.